Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом, мягкий тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен, его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта, среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара, нектара она выделяет, липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500 вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не конский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стрючковый, они его называют, то вот он выделяет около там 100-150 килограмм с гектара. Качество меда спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. 3 килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за 1000 рублей. 3 килограмма цветочно-липового и гречишного – за 1500, а 3 килограмма липового – за 1800 рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 8 по 10 сентября с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон +7 927 064 1390.